Всем привет! С вами канал Все про Android, и сегодня у нас два приложения, которые помогут вам осуществить стрим с вашего персонального компьютера на ваш смартфон для очков виртуальной реальности. Первое, что нам необходимо, это отличный стример, который называется Remoter. Я уже делал видео на этот стример с ПК на смартфон. Вот здесь вот будет ссылка на видео. Сейчас он совсем имеет другой интерфейс. Как вы видите, вот сейчас интерфейс этот у меня отображается на смартфоне. И программа, которая называется 3D в 3D. Запускаем стример на нашем персональном компьютере. Вот он у нас запущен. И на нашем смартфончике появляется Connect. Я не буду рассказывать, как это все коннектится. Это все делается довольно-таки просто. Теперь нам необходимо перейти во вкладочку Desktop, чтобы увидеть наш персональный компьютер на дисплее нашего смартфона. Теперь нам необходимо запустить программу, которая называется 3D в 3D, для того, чтобы стример показал то, что будет на нашем персональном компьютере, на ваш смартфон. Программа запускается в полном окне и управляется персональный компьютер мышью, клавиатурой. То есть все, что необходимо, это теперь вставить смартфон в ваши VR-очки и можно управлять мышью. Есть возможность смотреть видео в режиме 3D. Как все это дело выглядит, можно выбрать видео из вашего персонального компьютера. Я сейчас покажу, как все это дело работает. Наверное, уберу я, пожалуй, звук, чтобы не было проблем. Звук можно в ремоутере вывести, как будет идти с ПК, также будет идти и транслироваться на ваш смартфон. Вот так все это дело выглядит на вашем Android-устройстве. То есть, как вы понимаете, вставив ваш смартфон в очки 3D, вы получите возможность смотреть фильмы с вашего персонального компьютера в очках виртуальной реальности. Пауза, перемотка, регулировка громкости, все осуществляется мышью и подстройка, как вы понимаете, картинки под ваши, под очки вашей виртуальной реальности. Если вдруг картинка там плывет или большая, вот так все это дело выглядит. То есть здесь довольно-таки все понятно. То есть перемотка, все работает на ПК. Если у вас есть джойстик, который идет с очками виртуальной реальности, можно использовать и этот джойстик. Выходим, переходим в предыдущее окно для того, чтобы разобраться DVD в режиме 3D. То есть то же самое, но необходимо будет скачать предварительно диск в режиме 3D. DVD, чтобы открыть его. Я не буду уделять этому особого внимания, все прекрасно работает. Следующая подкладка — это просмотр фотографий. Во-первых, есть фотографии, которые есть на вашем персональном компьютере, сразу они запускаются в режиме слайд-шоу. Опять-таки, регулировка под очки вашей виртуальной реальности, 3D, 2D режим, если возникнет желание, и открыть файл, папку с файлами, которая есть на вашем персональном компьютере. Открыть папку целиком и начнется просмотр. То есть опять-таки все великолепно работает и все великолепно отображается. Картинки, как я уже сказал, если вы откроете всю папку, они будут открываться в режиме вот такого вот слайд-шоу, которое можно настроить под себя и выбрать режим, в котором будут транслироваться картинки в 2D, 3D и, как я уже сказал, подстроить под себя размер окна. Ну и я думаю, что самое интересное — это запуск игр. Во-первых, при первом запуске программа должна отсканировать игры, которые находятся на вашем персональном компьютере. Я это дело сделал уже предварительно для того, чтобы не затягивать. Дожидаемся, пока выйдет окошко с предложенными играми. Игры должны быть отсканированы. Я сейчас не буду запускать GTA, поскольку все равно идет запись и игра заглючит. Покажу просто на обычной игре, как все это дело работает. На персональном компьютере ничего отображаться не будет. Стрим потоком будет идти прямо на смартфон. И мы посмотрим, как все это дело выглядит на смартфоне. Запускаем игру и смотрим, что происходит на нашем смартфончике.
Игры можно добавить, выбрав нужный вам режим. Так, громкость я вроде как бы добавил. Управление осуществляется мышкой. Как вы видите, все четко отрабатывает. Все параметры, как в обычной игре, они доступны. И все просто... Стример выводит картинку в двух окнах. Если игра поддерживает 3D, то это вообще великолепно. Просто покажу, как все дело происходит. Видите, что мышью все великолепно управляется. Это ящик с болтами? Громкость я намеренно... Давай свой техпаспорт. Уменьшил. Он бешеный. Осторожно, этот гад что-то задумал. Сперва возьму тачку, малый, а твою подружку потом. Утрешься, болван. Эй, будет непросто. У него тяжелый танк, так что смотри в оба. Иногда при динамичных картинках может, конечно, вот так вот немножко фризить, но у меня сейчас там параллельно на втором компьютере просто смотрит онлайн кино, поэтому вот как вариант такой, что немного все глючит. Дождались мы этой заставки, я в видео сделаю ее побыстрее. То есть вы видите, что все прекрасно стримится, картинка разделена на две части, и у вас будет возможность поиграть в 3D игры. Дальше я попробую сделать видос, который будет с играми, которые реальности поддерживают 3D. Сейчас сделаем управление, все-таки покажу немножко игровой процесс, немножко проедусь, для того, чтобы все было довольно-таки нормально. Сейчас должна, по-моему, наша бэха перейти в обычный режим. Графику я не настраивал, я думаю, это не так существенно для показа возможностей. Да, вот сейчас мы видите, что управление идет с клавиатуры, все четко отрабатывает, все великолепно стримится и транслируется. Причем у меня не самый, скажем так, сейчас быстрый Wi-Fi, роутер обычный, D-Link. То есть вот так все это дело работает, все четко транслируется, и вы получаете, как я уже говорил, возможность... Так, это что у нас? Выйти в меню карьеры. Вы получите возможность играть в игры, которые есть на вашем персональном компьютере в 3D очках. Вот так вот все это дело выглядит. То есть добавить игру достаточно будет. Выбрать игру, будет воспроизведен поиск. У меня при первом запуске игры определились автоматически. Добавить игру вручную, ярлык с рабочего стола или исполняемый факт, обзор, использование Steam. Все довольно-таки просто. То есть вы можете добавлять любые игры и работать с этими играми вплоть до игр с вашего Steam. Я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!